Всем привет, меня зовут Алексей, со мной Алена, мы пишем следующее видео. Первое было о том, из чего, сколько стоит ремонт, а сейчас мы хотим поговорить об экономии. И первое, с чем я сталкиваюсь, и да и Алена, это люди экономят на дизайнере. Вот ты вот хотела об этом сказать, что говори теперь. Смотри, да, приходит клиент, он сначала приходит ко мне, ну, как к исполнителю, то есть за картинкой, за идеей. Вот. Ну и, соответственно, первым слышит мои цифры. И вроде как, умножая это на 100 квадратных метров, условно говоря, 200 000 рублей за проект, почему дорого, не хочу и почему. И начинается, давайте вот уберем часть проекта, например, визуализации, уберем. Вот, давайте делаем только чертежи и прочее, прочее. В итоге, когда я... Зачем ему вообще проекты? Ну, чтобы вы, как строители, что-то там сделали на стенах. Вот. И вот он экономит первое, это на визуализации. Что вроде, ну, вы там объясните мне как-то там на пальцах, с чем мы сталкиваемся по итогу. То есть, когда клиент как будто бы доверился, не вникает, как будто бы какую-то картинку он представил, да, чертежи он почти не понимает, ну, чуть-чуть понимает. Он на финише потом наблюдает эту визуализацию уже на финише. И начинает, ой, а так что ли, ух ты, это ну что-то новое, а я так, наверное, не хочу. И ты думаешь, вы сэкономили, у меня один клиент сэкономил 10 000 рублей на доме, не заказав, ну вот хоть какую-то. Ну слушай, ну 10 000 рублей, у нас, кстати, есть предыдущее видео, когда мы обсуждали, сколько стоит ремонт, и 10 000 рублей из... 10 миллионов, ну, это и, просто и одна тысячная. И в итоге, это как раз и получилось, что ой, а мы не поняли, ой, а мы не увидели. А я думаю, визуализация существует для клиента как раз. Сейчас... Слушай, я готов поспорить. Ну, я подожди, для клиента. Да, для вас тоже в том числе, но я имею в виду, что для него это как раз облегчение понимания, за что он платит. Он платит такую большую стоимость, за что? Вот картинка, она сейчас максимально фотореалистичная. Сейчас 3D-визуализация до такого уровня дошли, что это прям как фотография. Вот. Заплати, поймешь то, что ты покупаешь, либо ты этого не хочешь, переиграешь в рамках ремонта, и все. А когда вот это идет экономия, что-то там мы нарисовали, что-то мы купили, потратили кучу денег на материал, а потом, и вообще-то я не так это хотел и видел, и начинаются какие-то такие сложные ситуации на реализации. То есть, когда есть визуализация, проблем нет. Когда нет визуализации, проблема будет. Обязательно где-нибудь кто-нибудь что-то не допомнит. Слушай, для нас, вот, например, экономия на проекте, знаешь, каким образом отражается? Клиент к нам приходит, говорит о том, что у меня есть проект. Берешь проект в руки и не понимаешь, с какой стороны к нему, подступиться. Тут мелко, тут визуализации нет, здесь разрез непонятен, а как? И начинаешь задавать эти вопросы заказчику. Заказчик говорит, задавать этот вопрос дизайнеру, ты звонишь дизайнеру, дизайнер говорит, у меня авторское сопровождение не оплачено, я вникать не буду, заказчик работу принял, да и вообще этот проект выполнялся 3 года назад, я уже ничего не помню. И по результату получается так, что мы, как строители, начинаем что-то выдумывать, придумывать вместе с клиентом. И клиент не получает того, что он себе в голове нарисовал. Он себе в голове нарисовал какую-то историю, а хуже того, когда вот 3D-визуализации нет. Ты, как строитель, тоже не понимаешь, что хочет он. Или когда к тебе приходят только с 3D-визуализацией, без рабочих чертежей, ты тоже не понимаешь, какие размеры, какие привязки. Вот и начинаешь с клиентом делать. А давайте вот здесь розетку поставим, а давайте здесь. Я в последнее время начинаю просто таких клиентов слать. Ну, потому что, ну вот, мы намучились в том плане, что мы выполняем вместе с клиентом работу дизайнера, за которую нам не платят. Клиент думает о том, что это работа строителя. Нифига. Когда он покупает машину, к примеру, в машине же не только участвовал тот человек, который ее руками собирал, тот, который ее красил. Там целый инженерный отдел разрабатывали. Каждый узел, каждую деталь, где он встанет, ее спецификация, с каких материалов, какое стекло, какого производителя, где купить и так далее и тому подобное. Так вот, строитель и дизайнер — это именно тот инженерный отдел, который все реализует, но у них еще есть вот эти вот поставщики, люди и так далее. Клиент, который заказывает ремонт, это тот, кто просто пошел и купил автомобиль. Да. Да, возможно, он заказал индивидуальную обшивку салона. Да, возможно, он это... Но вся внутрянка, она прорабатывается еще на стадии реализации. на стадии реализации проекта. И когда мне говорят о том, что Алексей, мы там нашли дизайнера за 1000 рублей, возможно. Но посмотрите, сначала выберите, не знаю, строителя или строителя с дизайнерами, или дизайнера со строителями, чтобы они работали в связке, чтобы они понимали услуги, чтобы они понимали чертежи друг друга, чтобы не было потом сюрпризов в том, что я это не понимаю, а я это. И дизайн-проект, он не может быть дешевым, он должен быть, он может быть дорогим, он может быть средний ценовой. Сейчас вопрос, чуть-чуть отойду от цены. Это должен быть конкретная инструкция, как в конструкторе Лего. 1, 2, 3, 4, 5. У тебя вот это, вот это, вот это, вот это. Ну тут так вообще это надо говорить о необходимости этого проекта в целом. То есть вот как ты говоришь, что приходит либо с визуализацией, либо с картинками с интернета. То есть снова же мы с тобой проговорили цену в принципе за ремонт, какая это большая стоимость. Это было в предыдущем видео. Да, стоимость квартиры и более. И когда ты экономишь вот такой маленький процент, как дизайн, либо экономишь на дизайнере, либо вообще отказываешься от дизайн-проекта, то есть ты идешь вслепую и, получается, просто тратишь деньги впустую, и где-то, да, потом появляются какие-то нервные моменты. Можно сделать, можно сэкономить вообще, не заказывая дизайнеров, но тогда и не заказывайте хороших и отличных специалистов. То есть просто вы сделаете какой-то ремонт, в котором вы сможете жить, да, возможно, вам будет комфортно. Но если вы эстет, который любит глазами, который любит руками, да, то есть для которого важна еще какая-то штука, ну, здесь уже без проекта не обойтись. Тем более, если вы высокооплачиваемый специалист. Правильно? То есть это ваш имидж. Тут вообще можно поговорить, но, может быть, мы тоже перепрыгнем на другую тему. Это, в принципе, как раз про экономию. Хотя нет, наверное, все нормально. Вот, это как раз про экономию. То есть, когда клиент начинает говорить, вот для меня, например, диван за 200 тысяч дорого, а вот есть за 50 тысяч, они же одинаковые. Вроде в чем разница? Вроде как будто бы какая-то накрутка идет. Здесь вариант, момент... Срок службы? И отделочный материал. Тактильное ощущение. Да, это как, вот снова же возвращаем людей в их обычную жизнь. Вот вы покупаете одежду, какого сегмента вы покупаете? Почему вы покупаете сегмента, например, middle или премиум? Потому что вам нравится тактильно, как это выглядит. То же самое и про мебель, на которой вы сидите. То есть... Мебель, там, диван за 30-50 тысяч, он не будет... Ну, слушай, для меня важны хорошие кроссовки, для меня хороший диван очень важен, но я могу жить с голыми стенами. Кто-то может сказать это? Я про комфорт сейчас. То есть в комфорт это вот хорошая, например, мебель. Вот о чем я хочу сказать. Например, я часто адаптирую бюджет экономии на светильниках, ну, условно, потому что мы их не трогаем. Какие-то вещи. Но здесь тоже можно поспорить, там вот эти источники света и прочее, например. Но на фурнитуре ручка межкомнатной двери, сантехника, там как открывается унитаз. Напольное покрытие. Напольное, диван. Вот здесь я не рекомендую. Ну, то, что тактильно ты трогаешь. Мебель, которая открывается, не хлопает. То есть на этом не рекомендую экономить. Мы постоянно можно сэкономить на поверхности стен. То есть, насколько-то, да, то есть можно, но ни в коем случае вот для меня не для стоит многих. Экономить это на комфорте, к чему ты прикасаешься. Да, это для многих. Это вот опять же в аналогии с машинами, с автомобилями. Мы точно так же, мы когда садимся за машину хорошего уровня, мы понимаем, что да, здесь и эргономика хорошая, и как-то и здесь все комфортно, тактильно. То есть это все про это же. Вот. Что касается экономии на стенах. Как я уже, да, говорила, что мы можем вообще убрать все дизайнерские решения, но мы отдадим немалые деньги за строительные работы, и у нас будет просто голые стены. У нас подкаст сейчас такой идет, да, у нас такой тык-тык-тык, из экономии на дизайне пошел куда-то, пускай идет туда, куда идет, то есть это... Хорошо. Смотря для кого мы, хорошо. Да, то есть я проговариваю именно, чтобы было понимание, на чем экономим. И вот, кстати, снова возвращаясь вот к этому вот сравнению с там, одеждой, автомобилем, совсем-совсем, те клиенты, которые привыкли к такому уровню, и они, когда, например, покупают большой дом, ну и, в принципе, хотят сэкономить, раньше была мода на поездки в Китай. Вот. И те люди, которые покупали раньше, например, мебель итальянскую, тут они, значит, берут какую-то большую недвижимость, и там объемы же большие, они берут вот эту путевку в Китай и привозят... Ну, слушай, ну мы сейчас говорим о премиум-сегменте, да, потому что... Я думаю, то, что основная масса людей, которые будут смотреть это видео, это, скорее всего, middle, да, то есть это средний плюс сегмент, потому что в Китае ездили те, кто покупали дорогую итальянскую мебель, кожа, рожа, да, и, соответственно, им нужно, чтобы было то же самое. Я просто про это в том числе говорю, то есть, чтобы было понимание, что если вы привыкли к такому уровню, то есть, вот эта экономия, она может привести к совсем другому результату. Итак, мы поговорили об экономии на дизайн-проекте. Следующее видео будет о том, как относится Алена вообще об экономии на услугах. То есть мы поговорим, смотрите, подписывайтесь, не забывайте. Всем пока!